для того, чтобы подключить робот к сети. Отключаем его. Открываем замок. Нажимаем еще такой поворот. Открываем. Подключаем кабель в этот верхний разъем. Вот наш Ethernet кабель. Так, чтобы настроить IP-адрес, нажимаем меню. Настройки. Стрелочкой вправо до конца и Host Communication, Enter. И самое первое TCP, Enter, нажимаем. Здесь наше название робота в сети, которое будет обозначаться, и его IP-адрес. Если хотим поменять, нажимаем Enter, перемещая ползунок, можем нажатием цифры менять